День знаний на телерадиоканале «Страна-ФМ». Глафира Потрошкова, 12 лет. Каждый человек всю жизнь помнит своего первого учителя, ведь именно он прививает нам такие качества, как доброта, дружелюбие, вежливость, справедливость и многие другие. Сегодня все ученики поздравляют своих учителей с Днем Знаний. А я также хочу поздравить свою первую учительницу Татьяну Александровну Агафонову с днем рождения, который она отмечает 1 сентября. Дорогая Татьяна Александровна и все учителя, спасибо вам за то, что вы для нас делаете. Желаю вам радости в каждом дне. День знаний на стране FM.